Действующие скважины в Америке по добыче сланцевой нефти дают все меньше прибыли, отмечает The Wall Street Journal. Скважины быстро истощаются, а бурение скважин стоит много денег. Такая тенденция наблюдается не только в Америке, но и в других странах мира. Кроме Штатов, сильно не добывают сланцевую нефть. Потому что у Штатов другой нефти не так много. Как бы они же, если бы они сланцевую нефть начали добывать, они отставали к добыче очень быстро, да, у них запасы обычной нефти как бы достаточно ограничены. Сланцевая революция, начавшаяся еще в начале 2000-х годов, подошла к концу. Вложение в добычу такого дорогостоящего проекта выглядит неперспективно. Слишком дорого стоит бурение скважин, а месторождения сланцевой нефти иссякают. Но можно ли как-то удешевить и упростить бурение и добычу черного золота? Наверное, можно. Понимаете, сегодня, в общем-то, вот эта система добычи сланцевого газа и сланцевой нефти, она очень хорошо отработана. Сейчас ведь не будет вертикальной скважины, сейчас будет горизонтальная скважина. То есть это очень сложный процесс, в принципе он очень отработанный, но эти скважины стоят десятки, а и сотни миллионов долларов. Инвестиции в сланцевую нефть на данный момент представляют собой неустойчивый плод, на котором смогут стоять только крупные игроки, а остальные поменьше просто не смогут удержаться. Произойдет ли такой же обвал цен, как это произошло в 2014-2015 годах, из-за несогласия стран ОПЕК снижать цены на добычу? Американцы начали добывать сланцевую нефть, потому что они создали технологии, которые вписывались в те цены, которые были. Если бы цена на нефть была дешевая, там 20 баксов, да, то сланцевые нефти, кирдык, они бы не вписывались в эту цену. Но когда сланцевая нефть на рынке стала больше 50 долларов, сланцевая нефть уже окупалась, поэтому американцы, конечно, делали это. Россия занимает первое место по залежам сланцевой нефти в мире. По данным аналитического центра Infotech, общих запасов нефти хватит на 39 лет. По данным аналитика Flow Partners, в Америке сланцевой нефти хватит только на 6 лет при увеличении производства на 15% в год. Поэтому Россия обладает примерно четвертью мировых запасов газа. То есть это самое большое, это первое место в мире по запасам газа. Потом идет Туркмения, там арабские страны. Где-то есть, да, вот сланцевый газ, это уже поменьше намного. Сланцевая нефть теперь утратила свою основную ценность из-за высокой стоимости и неокупаемости. Теперь перед аналитиками и крупными игроками стоит выбор. Либо продолжать вкладываться в тяжелое производство, либо сократить, чтобы оставаться на плаву. Николай Суховский, Аделина Абдрахманова, Универньюз.